Он который апостол. Который апостол, да, хорошо. Получается, был распят вверх головой и лик святых, как великий мученик, который... А Павел? Нет, Павел более динамический. Вот. Ага. Есть еще у кого-то какие-то версии? Царь, все-таки в честь царя Петра. Царь Петр все-таки. Да. Я понял. Есть еще у кого какие-то версии? А кто не знает, по-честному шаг назад? Крепость была Петропавловская. Вы же не тут. Вы же там. Подождите. Кто не знает, по-честному шаг назад сделали, да? Хорошо, давайте послушаем здесь версию. Интересно все-таки. Охуенный гарнизон, да, там, и была крепость изначально Петропавловская, но потом так получилось. Как получилось? Так получилось то, что Петр остался один. Понимаете, здесь в этом ответе кроется, что все-таки где-то что-то слышал, где-то она пробегала, эта мысль, знание. А у Павла свой город есть, да? Павловск, например, да? Например. Итак, изначально строится крепость. Вы правы. Изначально строится крепость, которая называется Петропавловская крепость. Да, да. И потом впоследствии город, когда уже в 1707 году начинается рыцарство города, ему дается название сам город, город Святого Петра, именно Святого Петра. И Петр Первый к названию нашего города не имеет никакого отношения. Это в честь все-таки Святого Петра. Ну, пора уже смотреть проекты. Я, честно говоря, растерян немного, кому как. Светлана Кирилловна, вы как считаете? Очередность. Милена Первая? Я понял. Ну и, соответственно, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой.